Внимание, эфир. Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». Мы работаем для вас 17 лет. Ежедневно смотреть новости Самары. Прямые включения и трансляции самых важных событий имеют возможность 800 тысяч семей. Телеканал «Самара ГИС» представлен в сетях 15 кабельных операторов. В нашей команде опытные профессионалы и молодые энтузиасты, для которых главное – счастье оставаться в профессии и каждый день выходить в эфир. Телевизионный продукт имеет смысл, когда у него есть зрители. И особенно приятно встречать зрителей на улицах, когда они тебя узнают, благодарят за твою работу. Ну а вдвойне приятно, если удается исполнить их какие-то мечты. Ольга Ершова с детства мечтала увидеть себя в телевизоре. Думала, что это недосягаемо для обычного человека. Однако съемочная группа телеканала нашла ее сама. Прошло 30 лет, мечта сбылась. До последнего, конечно, не верилась. Я считаю, что в жизни каждого человека должно такое случиться. Телеканал «Самара ГИС» – это не только актуальные новости, но и интересные программы. В них мы рассказываем о ЖКХ, медицине, религии, семье, истории родного края, жителях нашего города. И это далеко не все темы. Создавать эксклюзивные материалы – наша главная задача. Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». Говорить со зрителем на понятном языке и просто по душам – задача не из легких. Эксперты передачи «Разговор по душам» с ней успешно справляются. Поднимают волнующие многих зрителей вопросы. Есть фильмы, которые невозможно смотреть. Находят на них ответы. Нужно исходить от того, что нам дано. И помогают людям. Тема саморазвития, она всегда преследует людей от малого возраста, от школы, так и до уже взрослых лет. Если для журналистов общение с камерой – привычное дело, то для многих участников наших передач это в новинку. Даже опытные эксперты волнуются перед съемкой. Когда у нас первые съемки прошли, мне как-то легче стало общаться на камеру. Здравствуйте, гости дорогие! Шалом, дорогие друзья! Ассалам алейкум! В Самаре проживает много народов. Об их традициях, культуре и особенностях рассказывает программа «Самара многонациональная». И вдвойне приятно, что после окончания съемок мы остаемся на связи с героями выпусков. Я даже эту передачу отправил в Республику Таджикистан. Наша родня везде, по всему Таджикистану проживает. От всех я получил хороший ответ. Все поздравили, все радовались, что мы так живем. Портрет наших телезрителей многогранен. Это люди разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Но их объединяют традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим. Самое главное – это семья. И тут есть одна такая интересная формула, что любовь, она умножается делением. И вот чем больше человек разделится, тем больше любви и будет. Мы стали одним из первых телеканалов, кто показывает не только ярких героев, но и тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, но все-таки нашел силы поверить в себя. Телепроект «Обернитесь» — это множество судеб. У каждой своя уникальная история. У нас вообще была интересная история, когда героиня программы «Право на маму» вернулась к нам снова и стала уже героиней программы «Обернитесь». Это жительница Санкт-Петербурга, которая помогла осуществить мечту девочки из детского дома об образовании в университете Санкт-Петербурга. Мы очень нежно любим нашу Генессу. Мы называем ее домашним аистом, который оставляет нам детей. И спасибо за эту интересную программу, за этот канал. Понимать, что ты для кого-то важен и нужен, хочется не только людям, но и братьям нашим меньшим. Мы рассказываем о собаках и кошках и иных животных, которые родились под открытым небом. Благодаря программе «Хочу домой» были найдены хозяева для многих питомцев. Очень жалко, когда ты смотришь, что идет собака по улице, что она заглядывает в глаза каждому человеку, каждому прохожему в надежде на то, что получить кусочек мяса или там получить ту самую ласку, которой, в общем-то, ей не хватает. Однажды по телевизору увидел программу «Хочу домой», увидел собачку, вот, Геля, и просто влюбился с первого раза. Начал звонить, искать, в каком она приюте, дали номер и забрал домой.
Телеканал «Самара ДИС» – это не только телевизор. Мы идем в ногу со временем. Ежемесячно посещаемость нашего сайта растет. Заходит более 55 тысяч уникальных посетителей. Мы активны в социальных сетях. Наши публикации охватывают более 900 тысяч пользователей. Наше сообщество регулярно попадает в число лучших пабликов страны по версии New Media. Телеграм-канал занимает первое место по коэффициенту вовлеченности подписчиков и находится среди лидеров по суммарному охвату. Паблик ВКонтакте – в тройке лидеров по вовлеченности. Фишка нашего телеканала – это оперативность. Журналисты присылают контент со съемок в течение 15 минут после ее начала. Также у нас есть свое мобильное приложение на базе iOS и Android. Это очень классно, что люди могут посмотреть нас с любой точки мира. Ваша работа похожа на нашу кухонную. У вас свои какие-то нюансы, как у нас на кухне, ингредиенты по-своему. Но мы в чем похожи, это в команда. Если слаженная работа команды, что на кухне, что у вас, соответственно, получаем мы отличный результат. Я поздравляю телеканал «Самара ГИС» с днем рождения. Спасибо большое. С праздником.